что ж, всем хэшки, с вами Тамплиер, и это такое чуть-чуть извинение за одну пропущенную серию. В общем, получилось так, что из-за неполадок в компе я переставлял себе Windows на XP, потом на семерку. Но в конце концов получилось так, что при переустановке на семерку я вычистил не тот диск, и получилось, что одна серия летсплея полностью ушла в... канула в лету. Вот, да, канула в лету. Именно это я и хотел сказать. Никакого мата, дорогие подписчики, вы что? И, в общем, я тут забродил в шахту за алмазами и сделал вот такой склад. В общем, в принципе, после похода в шахту у меня осталось довольно-таки мало еды. И я довольно-таки серьезно задумался о том, чтобы, во-первых, сделать себе хорошую нормальную броню. И, во-вторых, сходить в поход куда-нибудь. И не знаю, насколько меня сейчас лучше слышно по сравнению со звуком игры. Ну, честно говоря, я надеюсь, меня таки слышно хорошо. И сейчас так, я проверю. Да, тут я ничего не оставлял. То есть мне нужно сейчас будет вспоминать, так как я... Ауч. Довольно-таки сильно бьет по ушам то, что рычат на фоне волки, но вам, походу, этого практически не слышно. Но, к сожалению, я купил себе, к счастью для вас, гарнитурку, которая намного лучше записывает звук, и поэтому вам должно быть сейчас намного лучше слышно, намного лучше должно быть слышно мой голос. Так, билд дерева, потом в следующем сундуке каблстон, а после этого базальт будет. Теперь, так, сейчас я ускорю видео и переложу все из инвентаря в сундуки. Разложил вещи по сундукам, и сейчас я собираюсь скрафтить себе алмазную броню. Ну, понятно, заглядение в рецепопедию, потому что я ни черта не выучил рецептов. И сделать себе алмазный меч и, возможно, пару-тройку железных стрел. Ну что ж, поехали. Весь крафт будет в ускорялке. Так, вот тут кое-какая вещь, которая завела меня в ступор. Такое ощущение, что нельзя теперь издеваться так, как было раньше, то есть делать из неполных инструментов, уже полускоцанных, новые алмазные. То есть сейчас не... А кирку можно сделать. Так, я не понял, или я тупой, или лыжи не едут. Так, сейчас будем разбираться, что не так с моими лыжами. Так. Back, help, рецепопедия. Алмазные ботинки. Нужно из железных ботинок расставить над ними 3 алмаза. То есть берем ботинки наши и ставим над ними 3 алмаза. Эффекта 0. Ставим на их место шляпу 0. Штаны 4.
ноль эффекта. То есть, походу, нужно одежду крафтить из новых. Покоцанная одежда не подойдет. Да. Мне таки кажется, что не подойдет одежда, уже выкоцанная под мои цели. Ну что ж, значит, сейчас скрафтим меч. Уже алмазный. И тогда будем опять крафтить броню с нуля. То есть это меховые штаны, а этот момент я действительно ускорю, как я лажу в рецикопедию. А вы пока насладитесь музыкой. Roughest times in my entire life right now. Still I got a slight smile, knowing it's gonna be better days like Tupac said. And we go make it like Eve and them two locks said. Who not fed up about something? Life's about struggling and overcoming your shortcomings. Not about huffing and puffing and crying without doing nothing. Take them sour lemons, make lemonade and stop sucking. I am right, it ain't no breaking me. I am right, it ain't no shaking me. I am right, it ain't no earthquake kiss me. I am right. Dusty, but y'all already know what's underneath. Give me some time and keep applying pressure. Watch me shine like the ex-bad boy. It'll all be fine. Dig down deep, search for the energy I can't lose. Get in touch with that inner energy. Game face on, see this mug, you remember me. Focus out the pain, ignore any injury. Then again, I am rock, can't really injure me. Ship off a piece, all you gon' get is a little me. Got one from almost every tough time in my history. Hence, the new team rock, brother, are you still with me? Got a bunch more. Ну что ж, вот мы и экипировались по самому последнему слову. И, как мы видим, это полностью алмазный сет. Мечта многих людей, многими уже, скорее всего, достигнута. И я просто сейчас сфоткаюсь вот так вот. Вот красиво довольно-таки получилось. Фотка есть. И теперь мы пойдем сейчас поспим и будем уже валить птичек, дабы добыть себе перышек для лука. Я не помню, есть ли они у меня, эти перышки, или нету, но все равно лишний раз побегаю. Так, сейчас нужно поставить телефон на зарядку, так как забыл чуть-чуть. И сейчас будет величайший поход за жратвой. Вот уже Yorgos to Starvation. Так, мы поели. Кожу факела складываем. Я так смотрю. Ой-ой-ой, сколько же рыбы, сколько же рыбы. А толку с вас ноль. С вас толку ноль. Нет, ну конечно, если бы и это было в ранних сериях, то, конечно, они бы меня могли вполне разорвать. Ну, и сейчас мне какая-то фигня не дает покоя. Такс. Где же они забираются, интересно? We'll be right back.